time for afternoon tea. И снова всем кусь, с вами Шуля Котик. Всем приятного просмотра, хорошего настроения. А мы продолжаем дальше гулять по Алиюэ и выполнять квестики. Так, куда же мы пойдем? Пойдем открывать новую локацию? Или с Льем пойдем смолу? Чтобы она не копилась. Ага, ага, ага. Так, а здесь артерии. Угу. И вот тут. Пойдем вот сюда. Вот это я припарковалась. Меня встретил коварный кабан. Ух, какой! Печка.
Какая милота. Кусь-кусились. Снова-снова. Я тут вот феечку нашла. Представляешь? Кусь, Булка-сэмпай. Рада вас видеть. Проходит ваш день? Печка, ну куда ты? Наверх? Ну хорошо. Ой, вот это меня не видно. Маскировка 200-го левела. Меня видно? Меня не видно. Меня видно? Меня не видно. О, да, но из-за дождя всегда. У меня, по крайней мере, постоянно тянет спать, когда дождь. Что за дела делал? Так, я вообще-то хотела идти туда. О, я сходила к стоматологу. Вырвала себе зуб мудрости. И тот, который был рядом. Страшно было. Вообще капец. Я туда, короче, пришла. Там сидит, короче, и мамашка с ребенком с грудным. А малой там, наверное, лет 6-7. А он еще давай, короче, по поликлинике носиться. Орать, кричать. Вот, его мамашка пытается успокоить. У нее ничего не получается. Тут, короче, уборщица пришла полы мыть. Уборщица его пыталась в руках держать. Он говорит, ты себя ведешь как последний дурачок. Осуждаю, конечно. Вообще, ну я так и сижу, выходит из хирургического кабинета девушка. Кого там, типа, следующий талон? Я такая, у меня... Ай. У меня на такое-то, такое-то время. Говорит, заходите. Я такая, захожу. Я говорю, я очень-очень боюсь. Можно мне пол лица сразу обезболить? Ну, так оно и получилось, в принципе. Села, значит, в кресло. Мне вкололи укольчик. Я посидела минут 10, пока у меня обезболивающее обезболивало все, что возможно. Ай-ай-ай. Вот. Она взяла большие, толстые щипцы. Я их, увидев, офигела. Думаю, пипец. А я еще сижу на кресле, а у меня сердце тык-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 тык. Я такая, блин. Страшно. Капец. Вот, и я пока сижу, жду. Жду.
Вот. Вообще капец. Страшно было прям. Жестко. А, такая взяла, такая щипцы. Такая фигак мне. Один чпок. Второй чпок. Я такая, что все? Она такая, ну да. Я говорю, я больше, по-моему, боялась, чем... Ой. Чем в кабинете находилась. Мне скажите, у вас на стриме нету фризов, когда вот я дерусь? Картинка не прерывается? Гладенько все. Еще один тип. Чё ты сюда залез? Потому что я смотрела стрим сегодня свой, пересматривала. Там вроде, ну, нормально все без призов. Стрим. Ну, может, в некоторых местах, когда... Там какой-то сюжет, и я вот читала текст на экране. Иногда текст подвисал, это я видела. И первые слова, которые я иногда произношу в тексте, они иногда проглатываются. Ну и вот картинка зависает или не зависает? Потому что я постою, вроде альтаб, но у меня вроде просто нормально, на 20% пашет. И вроде нормально играет. Спустя-то минут 10, он опять подвисать у меня начинает. Да. Вот тот я тоже стрим посмотрела, а тебе было очень плохо слышно. Ну и как Крис тоже. Надо было сделать меня потише. Вот, а вас погромче. Ну видишь, я не проверяла на стриме именно, как было слышно вас. Так, если где-то... А где? Где? На бамбуке тут прям. Прятали, конечно, молодцы. Да, конечно, немного челюсть ноет. Но терпимо. А я сегодня свой стрим пересмотрела. А, мне прям так понравился мой голос. Я такая, ничего себе. Такая миленькая. Someone needs assistance. I'll catch up. Тебя вижу. Мне нужно вот туда. Сейчас я тогда еще камушки поразбиваю. Наушники на мозг давят. Не могу. Я обычно в капюшоне сижу.
И нормально. А тут я сегодня в палатике решила посидеть. Ой, что с тобой? Что с тобой, милая? У тебя там вентилятор? Тебе жарко? Наэль, ничего? Норм все у тебя там? У тебя там не пылает ничего? Смешная. И опять я пошла не в ту сторону. Ну, молодец. Это я. У нас сегодня солнышко весь день светило. Так хорошо было на улочке. Было солнце, но штормовая. Я шла на остановку, и с сопки было видно, как какие большие волны. Вообще красота была. Я думала, после стоматолога пойду. Фоткаю. А я вышла, и у меня вообще ни до каких фоток было. Ой, фармлетик. Фармлетка. Сладкая котлетка. Ой, Олежа. Мои хорошие. Ай, молотком пролетела. Блин, ничего не вижу за травы. Лопата, молот. Может, не надо? Ну? Так, Лис, я вот с тобой дерусь. Видишь, видишь? Ты да я, ты да я. Кто кого? Ну, естественно, я. Важное сообщение. Что там за важное сообщение? Ну, это я знаю. А? Это все новости, которые вы хотели мне сообщить? Ну да. Спасибо за информацию. А чё? У меня третий уровень мира? Уже? А почему? Ой, а чё так быстро? У меня только первый был. Откуда уже третий? Браузерное событие, путешествие, воспоминания скоро закончится. Я потом еще раз поучаствую, потому что я там молод не была. Так, а тут объявление. Страница версии 2.2 уже онлайн. В
Ля-ля-ля-ля-ля. Мероприятия. Встречи. О, кстати, я еще хотела походить, повыполнять, повышать репутацию. Молитва. А, это типа новые баннеры? Или шо? Ла-ла-ла, ла-ла-ла. А что там? Давайте посмотрим. А, кстати. А, они будут потом. Я, короче, докрутила на баннер новичка. Вот, мне выпала фишля и еще одна синлинка. Вот, остальное пока коплю. Так что у меня теперь на одного персонажа больше. Кстати, я фишли еще не ходила. Надо будет ее как-нибудь куда-нибудь бахнуть. Вот, допустим, сюда. И походить ей. The threads of your fate lie in my hands. Да? Правильно, правильно. Да, и я ее сразу же качнула немного. Вот да, вот возьму, похожу. Равно гуляю по локации. Когда ты уснул? Сегодня? А это те руины. А я не на стриме крутила. Я без стрима крутанула. Я знала, что там особо ничего такого не выпадет. Поэтому я не стала для всех это делать. Какие-нибудь другие, потом какие-нибудь красивые баннеры еще появятся. Новенькие. Покупим смолу. Ой, смолу. Молиточку. Потом как начнем крутить. Этот. Что в игре дождь против меня? Эй!
больно же, алё. Это жестко этим играть. Че сюда пришел? Тебя не звали. А, ну да, 47-й, понимаю. Воскресим девочку мою. Ай. Нормально я так. Куда ты полезла? Напомните мне в ближайшего костра сделать покушать. Подождите. Подождите, подождите. Вот теперь можно. Конечно, нужно же еще в воде застрять. Угу.
cutie. Мельку. Надо будет подхилить. Приветики. И пропуски что-то кадров появились, где-то что-то подвисает. Пить хочу, не могу. А чай еще горячий. Ну как горячий, теплый. I wonder when I'll be as tall as my big sister. О, Пипека, кусь-кусь. А ты выздоравливай. Не болей. Как себя чувствуешь, кстати? Она, вот эта вот муха мне напоминает с покемонов эту летающую, как она, баттерфляй, бабочку. Пипец. Не надо болеть, выздоравливай. Это ты в поликлинику ходил, да? Чтоб тебя это. А то РВ тоже подлечили. Всем здоровья. Всем большого и крепкого здоровья. О, здесь где-то речка. У меня прогресс, да никакого. Знаешь, мучаюсь слаймиками, балуюсь. Октябрь проходит. Слушай, да я тоже по больничкам, там туда, то сюда. Обследования всякие там. О, и вот это приоритетней. Забрать. Я в Питере, когда болела этим ковидом. Мне пришлось в срочном порядке же на Сахалин лететь. Вот. И я там не успела дообследоваться. Ну, диспансеризация, вот это вот все. Типа углубленная после болезни. Вот. И там я не успела это сделать. Пришлось вот здесь проходить пока. Есть возможность, пока я на работу не устроилась. Так что вот... хожу, бегаю. Вот сегодня... к стоматологу сходила, она там зуб мудрости дал жару на выходных. Ой, чувствую, у меня сейчас будет бобо.
Да. Вас надо чем-то другим. Подожди, что так сильно дерешься? Ой, я еще и лагаю. Хватит меня морозить. Я так отморожена на всю голову. Даже не знаю, в кого стрелять. Да, здесь очень красиво. Я их просто как зубочисткой буду сейчас. Кстати. Если вот так, тоже толка нету, да? Отбегаем, отбегаем. Да-да. Что вы такие потные? Я что-то вообще не вижу, что у вас как бы заканчивалось. Знаете, и пошла. Вы что-то очень жесткие. О, это вон лись может с тобой поделиться ощущениями от Мурманска. Он там бывал. Во-во-во. И вот что тебе от меня надо? Летающая рыба. Да. Я вот подкачаюсь и вас всех одолею. Подождите. Я это, правда, буду говорить каждый день? Ну что, ты прям вот в логово врагов меня ведешь? Феечка, ну ты, конечно, такая феечка. То я? Не, я в медицине не работаю. Я вообще, я по образованию инженер. А, типа, программы писать, вот это вот все. Но я по специальности не работаю, потому что, ну, не очень я, короче, взлюбила вот это вообще. Вот, и оно мне не дается. Ух, иди сюда. Не беси меня. Вот. А вообще, ну, последние годы жизни у меня...
Я работаю в колл-центрах, в отделе продаж по поиску дилеров компаний, с которыми можно работать. Вот. Ну, собственно, я продаю тоже такие производственные штуки. Вот. А сейчас, пока не работаю, ничем не занимаюсь. Ничего не работаю. Вот, сейчас, может, в Сбербанк устроюсь. В отдел бизнеса. Там, где нужно продавать всякие эко-продукты. ИПшникам, микробизнесу. Вот так вот. А, я. Успею? Да, бьются они, конечно, больно. Я говорила, что мне 30 с 35-ми сложно драться, да? Это тоже 41-е. Ну вот, теперь опять качаться. О, кстати. Кстати, зависла. Хочу вот так сделать. Будет свет. Конечно, нужно ж... О, Эмбер, ты чё? А, ну да. Я забыла. Что нужно? С задержкой, наверное. Мне вечером что-то вообще прям что-то все подтупливает сейчас. Спасибо за поддержку. На хорошую книжку, чтобы коротать холодные вечера с Халиной. Спасибо большое. Ну-ка. Спасибо, спасибо большое. Ур-ур-ур. Книжку, кстати, мне тут дали книжку тоже интересную прочитать.
Терри Пратчетт. Вот она у меня лежит на диване. Сегодня, наверное, начну ее читать. Не помню, как называется. Вот. Да. Так вот, сейчас изучим еще рецептики вкусненькие. Да, я не знаю, как вы. Я очень часто выбираю книжки почитать, читая цитаты. Вот я нашла какую-нибудь крутую цитату в интернете, она мне прям вкатила, и я только из одной цитаты могу прочитать книжку. Роковая музыка или роковой камень? Надо будет запомнить. Лиз, запиши, скажешь мне потом. Да-да-да. Так. Я вот очень люблю... У меня голова не работает. Сару Маас. Вот вообще все ее циклы обалденные просто. Там фэнтези и роман. И, короче, там все вместе. И прям обалденно. Я в таком восторге. Я прям читала запоем и днем, и ночью. Да? Круто. Ой, обожаю вообще книжечки, прям вообще. Я сегодня тоже зашла к сестре, а смотрю, у нее стопка книг лежит. Я говорю, о, что за книжки такая? Она такая, а, вот, типа, мне вот дали почитать. Я такая, а мне дашь почитать? Она такая, ну, выбирай. Я говорю, я быстренько прочитаю и отдам. А, желешечка. 8-10. Какой сериал? Я что-то даже не слышала. 210. Номер суп. Давай-ка. Чек 30 сделаю. BBC. Так, и вот эти вот тоже. Вот эти вот тоже вкусненькие. А, ну это на силу атаки, на-на-на. И вот это, наверное, тоже сделаю, чтобы так 5. Так, подожди. Мне нужна Барбара. Сейчас у сестры пока сидела в гостях. Мы посмотрели Форт Боярд. Ну, я так кусок урвала Форт Боярда. Смотрю, но там вот, вот эти карлики, да, которые там участвуют, блин, они там столько лет работают, вообще, они уже такие седые, такие все старые, я помню, еще мелкая была, прям вообще еще пешком ходила под стол, и там они в Форт Боярде были, и сейчас смотрю, до сих пор они, думаю, нифига себе. Солянка, выносливость. Угу. Ничего себе. Какая крутота. Так, пока хватит. Где что еще здесь не собрала?
Вот рыба, вижу. Рыба очень, очень полезная рыба. Угу. Питательная. Блин, аж рыбки захотелось. Запечённой в духовочке. У меня, кстати, есть в холодильнике рыбка. Можно, в принципе. Газ-то мне привезли. Все, у меня теперь дома есть газ. Так что плитка готова. К бою. Не-не-не, не хочу вас заливать. Вы слишком сильные. Угу. Нет. В квартире. Но у нас, видишь, на Сахалине газа нет. И мы их покупаем, короче, газовые баллоны большие в дом. Да. Вот тут по семейным обстоятельствам нужно было уехать. Так-то я там вот 6 лет прожила и еще бы столько же прожила. Нам нужно было срочно вернуться. Ну, ты пока здесь буду, не знаю сколько. Жить и не тужить. Так, вы что там? А что там интересного? Ну, по Питеру уже скучаю. По всем его прелестям. По всем его услугам, которые он предоставляет. Потому что здесь... Вот там я привыкла к хорошему, как бы я знаю, что там можно так же, если полениться, там, да, хочется дома потюлениться, там кушать ничего не приготовить, кушать не готовить ничего. Я просто мимо прошла. Вот, фигак, заказал, и все, и час, и у тебя дома кушать есть. Продукты нужно какие-нибудь, ну, пакеты тяжелые, да, заказал. Фигак тебе через полчаса пакеты еды привезли. Ушла себе, приготовила что-нибудь. Угу. Вот. Ну и так тоже сходить где-нибудь погулять. Гораздо больше мест, где можно погулять, чем здесь, в моем городке. А, ты? Ой, подожди. А все? Ты передумал? Вот так всегда. Сидишь, значит, себе ничего не делаешь. Тут фигак подкрадывается кто-то незаметно. А, пошли вот туда. Ну окей, пошли, думаешь, договариваешься, все. Пойдем, значит, гулять. Ага. Собралась, значит, такая, все, накрасилась, оделась, все, чё кого. Сидишь, ждешь, договорились, ну все, вот. Через полчаса нужно, короче, выходить. И тут, короче, звонят, а ты знаешь, а вот ничего не получается. Короче, отмена. И сидишь ты, короче, думаешь, что теперь делать? Ты уже накрасилась, ты уже собралась. Вот, да. Ну, в таких случаях я, конечно, не теряюсь. Я могу также просто взять спонтанно и кого-нибудь позвать. Тоже устроить сюрприз. А вот фигак. Пошли погуляем. Ну, куда?
куда ты булькаешь? У парней, наверное, тоже такое очень часто встречается, когда с девушками они куда-то собираются гулять. Могут даже девушки заднюю дать в этом плане. Побояться, отказаться. Особенно, когда только знакомишься. Не знаю, как-то отказываться на дары. Ну, такое себе. Нет, ну если человек знает, что у тебя дары, и отказывается, когда уже сказал, что он придет, ну, это, конечно, такое себе. Встали тут. Я вот с этим хочу разобраться. Где? А еще один прибежал. А тебе что надо? Мчался он. Еще один. Куда поплыла? Давай, тебе хорошие работки. Спасибо за поддержку. Спасибо, что пришел. Очень рада была тебя увидеть. Go, Barbara, go! Так, а мне нужно было наверх. Вот, я еще сидела и думала, может, не буду сегодня запускаться. Но... Сижу, в одного поиграю, а потом думаю, а нет, зачем? А зачем? Да, есть кто-то рядышком. Не так скучно. Хотя мне не скучно, в принципе. И что ты... Кабан. Ну ты чё? Противный. О, у меня, кстати, ключик есть. Я могу открыть. Go, Barbara, go!
цепочку. Что такое? Вовремя спать? Не уверена я по поводу вовремя спать. Я вот у сестры сидела, я вроде хотела спать. Сейчас понимаю, что не хочу. Вообще. Нет, но то, что я сегодня морально попереживала, нервишки сегодня свои расшатала немножко. А хватит мне лопатой. Ещё как дам тебе. Не унесешь. Только 2 из 8. Хорошо, поняла. Чего ты отходишь от меня? Отходит он. Так. Так.
тут я уже активировала. Куда наверх? Так, а что у меня тут? Что у меня тут? Авто. А, подземелье. Хорошо. Лживые волны. На одном из западных островов Инадзума из Молви кружат обманчивые воды, словно предрекая катастрофу. Одолейте скрывающийся в этих местах гидрогипостазис и усмирите его. Nice to meet you. My name is Xiangling. I'm a chef. Хорошо. Пойду я все-таки добью. Someone needs assistance. Кто это у нас тут? Кто это тут бегает с монетками? Полезли, полезли. Ни Бёрд не появляется, и Дима так и не появляется. Даша не объявится уже. Учаю по ним. Понимаю. Кусь-кусь, Неберс. Я тебя очень рада видеть. Ha!
Мы тут деремся. Деремся. Стой, куда? Да, Шуля. Ой, они прям с неба на меня сыпятся. Вот у вас не фризит? У меня фризит, очень. Я прям слайд-шоу смотрю. Дня было идеально все. Почему все стало? Ну, понятно. Куда ты от меня убегаешь? Не убегай. Так, теперь ты. По очереди, пожалуйста. По очереди. Подходите. Ай. Не среагировала. Что, еще один? Я уже устала тебя бить. Когда-нибудь закончишься, нет? Да не того, а вот того. Который к стеночке от меня. Да ты серьезно? Там плюшка вниз упала. Вот надоели. Что такие тяжкие-то? А у тебя, Анабирас, как дела? Как у тебя работка там? Как здоровье?
Не-не-не-не-не, я пошутила. Это не я. Это не я. Не-не-не. Чё, а где моя, мой лут, который на земле? А, вот он. Выделение слайма. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, чай остыл? О, вроде можно попить. Ой, хочу пить, не могу. Надеюсь, ромашка мне не запрещена. Are you tired? Try my new spicy energy drink. I'm sure it'll wake you up. Так, что у меня там посмотрели? Ой, не туда. Не туда. Такой большой кошелек. А, понятно. О, можно открывать все. Все. Усыпальницы. Куда ты полезла? Здесь. А у меня, кстати, где-то они даже отмечены были. Некоторые из. Ну, например. А, нет. Можно удалять. Не то. Вот. А это испытание. Ой, ну вообще так неинтересно. Вот это что? Испытание. Угу. Хорошо. В общем, ясно. Одна есть. Я сгоняю, проверю. Мне дали еще целый пакет конфет. Я вот со своим... Go, Barbara, go! Теперь зубиком смотрю на этот пакет конфет, который передо мной. И думаю. Вы что пристали? Отвалите, я вообще не к вам. Я мимо проходила. Угу, вообще вовремя. А я им еще, короче, покупала пакет вафель. И они такие, забирай свои вафли, мы их все равно не едим. Я такая, понимаю. Угу. Ну, я и забрала. Монополия? Фигня. Ну, не знаю, мне не нравится. Я в нее в детстве пыталась играть, и она мне не вкатила, и я уже не помню даже, как правильно в нее играть. А чё? Хочешь в монополию поиграть? Да? Так,
Теперь нужно удалить меточку. Где-нибудь еще звездочки. А вот вот. А, это усыпальница. А, ну да, усыпальница. Где будет ближе? Вот отсюда ближе. Ну, вообще, это на любителя. Ну, нравится тебе, играй. Или ты хочешь себе это компанию найти поиграть? Ты мне если напомнишь правила, объяснишь, я с тобой поиграю. Погромче? Куда же мне погромче? Сейчас, хорошо сделаю. Вечно глухой пуська. Так пойдет? Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка, проверка. Хорошо. Так, усыпальница. Идем в усыпальницу. Если хочешь поиграть, говорю, я вообще легко. Только если ты мне расскажешь, как, чего, куда. Ага. Вообще. Игрок такой. Так, еще где-нибудь отмечала? Или не отмечала? Звездочка, звездочка. Главное нравится. Да, это самое главное. Вроде нигде не отмечала. Вот это что? Джейпин из гильдии Искателей Приключений расследует передвижение монстров и недавнее землетрясение в долине Тяньцу. Угу. Парам-бам-парам-бам-парам-бам-бам. Что у меня здесь мясо? Почему у меня здесь мясо? Я не помню. Там у меня, наверное... Геоку какой-то висит, который высоко, и я его достать не могу. Скорее всего. Хватит ты, чирикаешь тут мне. Чирик-чирик, чирик-чирик. Ладно. Что-нибудь встретим и откроем. Еще. Так, тогда я хочу. Так, здесь мы бегали, здесь им бегали. По-моему. А вот это что? О, усыпальница Гео. А, хорошо, вот. Вот хорошо. Да кто там опять?
Мухи летают. Пристали мухи. Так, а мне как раз куда? А где? А вот же. Вот же. Или у меня от нее ключа нет? Да вроде был у меня ключ. Вкусняшечки. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вам показалось. Нужно удалить. Так, вот здесь мы гуляли, точно помню. Да, активировали вот эти ключики. Здесь я еще хотела погулять. Здесь Сейчас, секундочку. Ой, Пуська, в какие мы настолки только не играем. Во многие. Алис. Привет. Да. Так.
Ну, давай. Ай. Сондучелла, сондучелла. Сондучелла. Так, ищем заначечки. Так, сюда не идем, сюда идем. Так, что у нас тут? Сундукам и колоннам мы пойдем потом. Это у нас еще впереди. О, книжечки. О, пенечек. О, да, это пенечек прям для меня. Села Шуля на пенек. Фотка девочку. Это какой косарь, ты че? Так, а мухи, вот эти противные пира. Так, там, ну там у меня все выполнено, там я выполнила все. Сейчас я здесь тогда обойду, посмотрю. А вот он же, склон Зимородка. Ага. О, новая мелодия. Электро, понимаю. Эй! Если это склон Зимородка, то это ближе к нашему квесту. Тут где-то что-то на скале нужно будет найти. Если я не ошибаюсь. Не помню. Пам-пам-пам. Какая тишина. Умиротворяющая. Теперь я хочу пиццу.
Зачем дразнишься пиццей? Я тоже хочу. Ай, кабан, ты чё? Так, но мы идем с самого верху. Надеюсь, мы ничего не пропустим. Специально я буду зигзагами ходить, чтобы ничего не пропустить. О, белочка. Как-то странно бежишь. Скороговорки. Опять я не могу пока что много говорить, потому что я сегодня зубик удалила. 2 штуки. Конечно, могу попробовать, но пожалей меня, пожалуйста. Потом это. Мы как компаньона получим, как 50 фолловеров будет, я сделаю за баллы канала скороговорки. Будете развлекаться. Я сделаю... список, короче, скороговорок каких-нибудь всяких разных. Вот, вы будете заказывать скороговорки. Я буду спрашивать у вас цифру от 1 там до скольки. Вот, и по номеру читать скороговорку, которую вы выбрали. Вот такой я замут немножко придумала. Нет, ну нет, ну нет, ну пожалуйста, ну нет, ну ты противный. 48-й левел, я 30-й, ну ты будешь сейчас меня облизывать, или я тебя буду облизывать, не знаю, мы будем друг друга облизывать 30 минут. Ну ладно, не 30 минут, но... Да, я отказываюсь. Вот он еще, конечно, не такой противный. А вот ледяных, вот я ледяных вообще терпеть не могу. Потому что я с ледяными что-то я как-то не дружу почему-то. Я не нашла к ним подхода. Так, а здесь что за испытание? Убейте кого-нибудь там, да? А, взорвите 3 пороховых бочек. Так, 1 раз... 2, 2, 3, 3. Угу.
Зависла, понимаю. Да, языком можно примерзнуть. Ну что? Алло, Эмбер. Будешь стрелять, нет? Понятно. У меня что-то все лагает. А может... Ну нет, я же целюсь, когда я же мышкой целюсь. Алло. Где у меня здесь спец... Не работает. Такое. Что случилось? Почему я даже экран не могу повернуть? Алло. Случилось. Непонятно. О, стоит так, как стояла. Во, вот, все теперь отвисло. А третья? Я забыла, где третья. А, она сзади. Не успела, хорошо. Плохо, вернее, но... Мимо. Хорош. На-н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 а. Так. Где по диагонали мы шли, правильно? Правильно. И точки собираем. Озеро Лухуа. Нету в скалах никаких секреточек. Вроде нет. Я вроде уже собирала все. Блин, красивое такое место вообще, обалдеваю. Вообще тащусь. Куда в пустекловате? Так, сейчас еще раз здесь пробегусь, посмотрю, мало ли что-то я здесь пропустила. Вот, например. Вот, например, вот это. Легко. Сундучки, сундучки.
Еще один сундучок вижу. Так, здесь ничего. Ах ты! Противный. Ай-яй-яй-яй-яй! Пил-пил-пил-пил-пил-пил! Противный. Так, здесь. Что здесь? Ага. А вот там сундучок. Хорошо. Я пробежала. Ну, пойдем за сундучком. Так, здесь нужно найти камушки. Наверху, что ли? Сейчас энергию подкоплю. Дружище. Это палка. Вот это я понимаю. Да. Страшные палки вообще здесь рядом не валялись. Так, а где... А, ну да, вот тут одна.
Так, бежали. Одна есть, а где вторая? О, сундучок, привет. А, типа, его же и во вторую? Что? А, я думала, тут два разных камушка нужно найти. Тогда вообще изи. Да, wonderful. Wonderful life. Так, я уже отклонилась. Тут я вроде бы все, получается, собрала, да? Грибочки. Кабан. Зачем меня пугаешь? Кто ж так со спины заходит-то? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Лили, лили. Не лили, а лотос. Лотос, да. Собираю лотос. Рыбка тут плавает еще. В лодке что-то лежит. Привет, Жень. Кусь-кусь тебя. Как дела? Что там погодка в Питере? Капленько.
солнечно. У нас тоже солнечно. Чё, одна лягушка? Огонь. Чё, как думаете, когда снег выпадет? Лись, к тебе это не относится. У тебя его, по-моему, и так уже полно. Понятно. Да-да. Логично вообще. Конечно, зимой. Заначка. Ура-ура. Заначечка. О, огонь. Зафоткаешь потом, когда это соберешь? Интересно. А это покешка, как она, короче, вот в таком состоянии. Просто куча-куча шурупчиков, куча всего, да, разобранного. Просто тупо лего-клавиатура, да? Убирай, не хочу, называется. Ящерка. Ням-ням-ням. Ай. Не попала. Так, а куда вы полетели? А, вот они сюда. Блин, не угадала траекторию. Фига вы. Я ж так не попаду, нифига. Туда. Ага, потом куда? Сюда. Хорошо. Наверх, направо. Ко мне налево, да? О, идеально. Да, я говорила. Зафоткаешь. Когда соберешь, то, во-первых, покажешь. Мне интересно, как она будет у тебя прям вообще смотреться прям. Вот, еще мне было интересно, как к тебе ее привезли. Она вот реальная, вот как Лего, короче, ее собирать. Что за водопадом? Нету никакой заначки. Было бы неплохо. Здесь где-нибудь под скалой, где не видно этого угла. Сегодня сидели еще сериалы, короче, по ТНТ смотрели. Ай. И на этом, на премьере тоже. Ой, подожди, а там я... А всё. А я там что, не это? Не активировала разве ничего? А почему?
Я думала, что я здесь была. Так, сейчас подогоди. Поменяю Сянлин, попробую. А то мало ли, сейчас тут врагов куча налезет. Пам-парам-пам-парам-пам. Я поменяю на Сянлин. Попробуем таким составом. А можно, пожалуйста, не лагать? Активировать. Пусть каждый, кто ищет сокровища, пойдет ниц пред вратами. О, я так понимаю, что ему нужно еще, короче, все одновременно, наверное. Ну, что, сейчас посмотрим. А у меня КД хита нету. Вот так я могу так закинуть. Нет, или ты так горишь? Вроде не моргает. Значит, так пойдет. Сейчас бы ультанула и сразу бы быстренько пробежала. Все потухло, что мы сделали не так? А, ну тогда понятно. А может и непонятно. Может здесь еще по определенному. Так, где набить ульту? С кем подраться? Или здесь в определенном порядке нужно их зажигать. Ага, ага. Ну, в тот раз я тоже вот эту зажигла. И оно все потухло. Тогда вот так. Ой, не туда. Не туда щелкнула, не туда. Все-таки, наверное, где-то что-то как-то не так. А, во, все. Двадцать сундуков. Прикольно. Ага.
Ну что могу сказать? Поздравляю его. А чё расстроен-то? А чё ты хотел? Беннет, кстати, крутой. Его все хвалят. Активирован. Хотел он сексуальную девонку. Вообще, вот это ты. Молодец. Размечтался. О. Красиво как. Вот, активировали, значит, еще вот эту ТПХ. Угу. У меня там копится, копится. Я там вот вчера, говорю, после... Ой, вчера, сегодня я после стрима забежала. Крутанула этот баннер новичка. Короче, докрутила до конца. У меня вот фиша липала. И Сянлин еще одна. Ну да, наверное. Типа, лови-ка ты плюшки вкусные. Заходи-ка к нам почаще. Мы тебе будем баловать вкусняшкой. Так, здесь окей. Побегали. Вот здесь по этой стороне пройтись. О, невкусно. Мужчина, я сейчас буду ползти по вашей ноге. Нет, не буду. Сейчас я залезу на вашу большую штуку. Длинную. Да. Ай, стой. Давай. На ручки. Да, какой глаз светится. Оно на ваше мужественное плечо. Крепкое и надежное. Тыкс. И мы идем вот туда, да? Да. Гробницы тут какие-то еще. Вон зимородка. Так, мне вот тут... Блин, а тут высоко? Нет? Сейчас подкоплю энергию. И полезем. Камера, не поворачивайся. Тут вид красивый. Устала. О, кабан, нифига ты сейчас бы меня
опрокинул. Стоять. Я сейчас сгорю, упаду, сгорю. Обожаю такие красные закаты вообще. Какие кайфули ловлю. Аев. И Чурл сидит, ждет меня. Да? Классно. Красиво, наверное, тебе было. О, я вижу заначку. Вижу заначку, заначку вижу. Надо ее не пропустить. То есть перепрыгну и здесь что-нибудь пропущу. Ну да, лазить, конечно, сопки это то еще испытание. И он по своим сопкам тут везде все облазило. В детстве. А, я же персонажа поменяла. I will protect you. Блин, чё я так кайфую вообще? Так, и там развалины. Да, там я была. Или нет? Не факт. Leave it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your request. Так, здесь я. Да, здесь я все обижала. Там яички. О, сундук. Это мне надо. Гоба. Не мог.
все не поджигать. Так, тут нигде сундучков больше нет. Да? Правильно? Никто не видит. Выше и выше. Так, а я пришла вот с той горы. Ага. Сеня по сопкам ходит. От НВ, что ли, стал? Это он это, на даче гуляет. Куда? Нет! Феня, живи! Он спрыгнул. Загадочки. Загадочки, головоломочки. Хочу. Так, а вы-то тут откуда взялись? Ну, а чё разбежались? Разбежались они. Видишь? Бедняк. Ну вот эту сопочку сначала залезть, а потом спрыгнуть вниз между ущельей пройти. Потому что сначала нужно сверху, а потом снизу. Кто там? Вот там. Are you tired? Try my new spicy energy drink. I'm sure it'll wake you up. Понятно. Так, он здесь. Здесь заначка. А, ну да, я там всю заначку открыла, да. А то я так и вспомнила, блин, я что видела заначку, а я не помню, открыла я ее или нет. Блин, ну что, полезу вниз. Там динозавр. Не хочу, я передумала. Заначка подождет. Белочка. Здесь нигде ничего.
То есть здесь нет заначки? Такое место хорошее. Или я здесь была уже? Видимо, да. Раз здесь стоит отметочка, что я геокл собрала. Перепрятали, ага. I'm fine. Так, да, здесь вот. Но я в любом случае где-то могу что-то пропускать, правильно? Поэтому если я буду пересматривать несколько раз одни и те же кнопочки, это ничего плохого не будет в этом. Нагуляем. Правильно, правильно. Так, значит, пошли между ущелья залезем. Блин, там крокозяб какой-то лазит. Я такого еще не видела. Он меня, наверное, очень сильно будет кусать. Делает мне кусь-кусь. Кусь головного мозга мне сделает. Понятно. Короче, мы идем драться. Ля какой. Подожди, говорю. Да почитаю про тебя. Взрослый сильный геовишап. В одном из режимов атаки, если он ударит по персонажу с щитом и не сможет его сломать, то он будет оглушен отдачей. Ага, хорошо. Вот, вовремя. Хорошо. О, я тебя буду грызть. Вот это ты колобок. Ой, что-то сейчас будет. Чё, злишься? Ты не злись. Ой. Как ты умеешь? Подожди. Небольшая авария достижения. Фига ты там, слышь? Конечно, молодец. Ой. Вообще-то мне больно. Ты не заметил. Подожди, дай я отхилюсь чуть-чуть. Будешь там свои иголки пускать. Куда покатился? Подожди. Катится он тут. Что, еще раз? Вообще энергию не могу накопить. Во-во-во-во-во, стоять. Ай.
Вот это динозавр. Огонь. Мне понравился. И все ради сундучка. Давай. Какой прикол. Где было ущелье? Там? Ты чё сидишь? Устал? С тобой можно посидеть? Нет? Девять типов пробелов. Нет самого маленького для клавиатуры. Чего? Пробелы? Что это? Короче, типа отверточек маленьких, да? Правильно я поняла? Руля не тупой. Блин, тут высоко. Куда ты падаешь? Ой, копи энергию. Так, а где я был? Где я был тут? Ущелье. А, оно было вот здесь. А я тупанула, пошла дальше, здесь где-то еще. Ну что, сейчас я круг сделаю тогда вот так по кругу. Круг сделаю по кругу, поняли, да? Круг по кругу. Масло масляное. Куда? Стой! Фига, она затормозила. Или мне показалось? Те пробелы. Ну что я тебе могу сказать? Печаль. Полетели так нам направо. Держимся правой стороны.
Куда ж ты падаешь, моя зая? Кстати, зая моя что-то сегодня помалкивает. Спит? Спит? И спит? О, сундучок. Там я была? Была. Определенно была. Я же легко могла... О! О, это надо. О. Крутится, вертится, шар голубой. Так, ты еще живой? Почему? Сейчас главное, чтобы у меня лут вниз не посыпался под наклоном. Мне куда нужно было? Вот туда. Вот туда, вокруг, да? О, еще сундучки. Вот тут я не была, определенно точно. Может, у меня здесь закрытая локация еще? Хотя бы одним глазочком взгляну. Мчу к загадочкам. О, тип. Привет. Можно я вас не хочу? Чисто мимо пробегу. Что-то я не поняла. А где? Там? Там же, да? Там? По-моему, да.
Да-да-да. Возьмем анема. This world is full of unsolved. Куда ты поехала? Едет она. А яйца кто будет собирать? Все, это все, ради чего я сюда приехала? Я вот круг такой делала большой. Хорошо. Ой, тут статуя, и у нее в руке ничего нет. У него палки в руках не хватает. Как у того. Она тоже говорит: Шуля, Шуля, не сиди, хватит играть. А может здесь еще под лесенкой где-нибудь что-нибудь есть? Нет, ничего нету. Эх. Ну ладно. Так, итого, вот эту сопочку мы полностью пробежали. Даже вот эту и вот эту захватили. Хорошо. Теперь можно вот сюда пойти побегать. Думаю, мы сюда тпхнемся и отсюда пойдем вот сюда. На эту перепрыгнем. Вон туда. Сейчас вот тот сундучок соберу. Ой, я там наверху не была. Да-да-да. Сейчас иду забираю сундук и лезу вверх. О, там друзья стоят. Погодите, я тогда вот здесь рядышком припаркуюсь, чтобы я поменяла себе отряд. Отряд, отряд. Мальчиков, зайчиков. I will protect you.
Ну что, дратуйся. Что еще? Что-то? А, ты? Так, как сделать так, чтобы камера вот так вот не меняла положение? Да я дерусь. Ты поставишь как-нибудь, как мне удобно, а оно опять вниз отъезжает. Это как это называется? Чувствительность камеры, настройка высоты, умная камера в бою. Можно пробовать отключить. Может, мне так будет проще? Май. Так, этот собрала. Теперь лезем вверх. Так, копим энергию. Собираем. Чё камера отъезжает? Вот чё. О. Где-нибудь выступ бы ещё найти? Угу. Печка, дружочек. Я как раз намокла. Вот тут еще этот противный, вот этот вот противный. Сейчас сразимся с ним. Ай-яй-яй.
Ой! Подожди! Берёшься. Ага. Бля, ну, после стримчика. А чё после? Сейчас вот гляну на фоне феечки. Нифига себе, у тебя там клавиатуры. Офигеть. Лол. Прикольно. Вообще огонь. Вообще, это прям, это реально это. Для это. Короче, рабочее место паука. О. Должна быть тропинка. Вот. Тропиночка. Ага. Ага. Сейчас, погодите. А у меня там анема. У меня там не... И что, и как? Я тогда должна тебя собрать. Я же сейчас спрыгну случайно. Не допрыгиваю. Ладно, потом соберу. Чё-то всё зависло. Висит, висит, висит. И что? Это всё? А, что-то оно всё сразу взялось. Что, что, что? Когда спать? Зачем спать? Подожди, ты куда? Ты вниз хочешь, чтобы я полетела? Точно вниз? Может, не надо? А тебя что мне здесь ловить? Я же здесь уже все сделала, правильно? У меня все равно выходной завтра. Я могу спать хоть до двух, хоть до трех, хоть до четырех. Это вы работаете. Я могу и побаловаться пока. Пока у меня есть возможность поиграть столько, сколько я хочу.
Я поняла. Ведьма Халёси. Ой, на вальсе. Челюсть чувствует себя. О, я еду на попе. У меня, ну, ноет десна. Не болит, а вот прям такая. Ноет чуть-чуть. А где оно тут? Где-то, вот, наверное, в башне в этой, да? Так, а феечка где? Вот туда улетела. Она как бы ноет, но терпимо. Я, в принципе, могла бы обезболивающее выпить и, ну, как бы расслабиться вообще. Я какая попа. Я вот, у меня ромашка рядом стоит. Я же запарила себе, я ромашкой... Я пью ромашку и тут же, короче, полоскаю. Вот она ты где я была. Но вообще, после удаления, это ж как операция считается, ну, лучше ничем не полоскать. По крайней мере, врачи мне ничего не сказали, чтобы я это полоскала. Так, 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 так. Вот там где-то, да? Да, не есть, не пить. Я, а если нет, еще такая голодная, короче, сегодня ничего не ела. Вот где она? Аж вот здесь была, горела. Ой, Ксю. Хорошо, делишки. Вот, я еще не такая голодная вообще была. Я думаю, блин, я не хочу перед стоматологом идти. Ну, кушать, короче, вообще не хочу. Хотя надо было. Вот. Инструкция. К чему? Непонятно. А, баллисты Гуйджун. А, ну это потом. Вот. Я такая голодная была. Вот. А я пришла, короче, к стоматологу. От стоматолога поехала к сестре вот в гости. И вот у них я уже 2 часа посидела, получается, где-то, ну, в 6, где-то без 10-6. Мне, получается, зубики вырвали. И вот только вот где-то 8:30 я сказала, что давайте 8:30, и я поем. Я говорю, давай, говорит, ешь. Уже 1.5 часа прошло, ничего страшного не будет. Я говорю, не, я лучше перестрахуюсь. Вот. Я только 8:30 сегодня поела первый раз. За весь день. А так чувствую себя нормально. Сидим вот. Бегаем. Инструкция по техническому обслуживанию баллисты Гуйджун. Баллиста Гуйджун – затейливый механизм. Вершина инженерной мысли. Сотворить подобное можно только при сочетании божественного замысла и тяжелого труда простых смертных. Подобное орудие требует кропотливого ухода. После многовекового отсутствия войн, в случае угрозы нападения злых сил, для восстановления баллисты потребуется эти запасные части и работа искусных мастеров. Примечание для тех, кто будет пользоваться баллистой. Плечи орудия и его основание сложены в кладовой комнате. Будьте уверены, что крепкая, покрытая лаком древесина останется в целости и сохранности на долгие годы. Что касается более деликатных частей, таких как спусковой крючок, тетива и оперение, то все, что можно найти в специальном контейнере.
Пожалуйста, возьмите все, что вам нужно. Эта машина является неотъемлемой частью обороны нашей страны. Давай, удачки, Жень. Забегай еще. Хорошей тебе игры. Рада была тебя видеть. Берегите каждую ее часть, как зеницу ока. Добросовестно выполняйте обязанности по чистке орудия. Проклятие на голову того, кто будет безответственно обращаться с этим инженерным чудом. Вот непонятно, где там горела эта штука. Геокол где-то горел, а где непонятно. Где-то сверху, может, я пропустила. А что я туплю? Можете мне сказать, что я туплю? Вот так вот сделала и все. Пошла по новой. А, ну я ж там по горе лезла, правильно, правильно. Ну ничего, еще раз залезем. Мне не сложно. Лечу, лечу. Геокул собрать хочу. Да, тут же где-то было или нет? И что, я туплю опять? Подкоплю энергию. У меня Зая лежит на диване и похрапывает. Вообще, это так корка такая вообще. Вот. Вот. А, вот ты прям на самой вершине горишь. Хорошо. Где-то там. Хорошо так. Чё, рассказывай, как вы погуляли. Я вот это... Мы, короче, пошли вот это в клубешник в субботу. Я такая... Всё же думаю, блин. А Ксю сегодня пойдет на сходку. Блин. Я такая в 5 пришла. Думаю, блин, а у них-то еще это... Чё, кого? У них там только будет сейчас... А, у них еще завтра не наступило. Я уже здесь потусила в субботу, а у них еще предстоит. Прикольно. Я в этом не сомневалась. Так, стой. Что вы делали? Что у вас глоткой болели-то? Что вы там орали-то? Вот, прямо горит. Прямо, прямо. А... Что? Так, или я тупая, или лыжи не едут. Где-то сверху, может? Может, что-то наверху не вижу? Так куда ты бежишь, милая? Вот тут сундук я вижу. И что, где? Эш кричал. Завидую вам. Что? Кто мне звонит?
Извиняюсь. Ой, такая корка вообще. Звонит мне, значит, МТС. Говорит, вы знаете, у нас для вас есть такое прекрасное предложение. Вы, короче, у нас перешли в статус ключевого клиента. Ой. У вас появилась возможность, короче, пользоваться услугами. За аж 470 рублей в месяц. Я такая, да вы что? Ну, вам, типа, и вашим близким можно. Скажите, у вас, типа, есть близкие, которые могут пользоваться вместе с вами? Я говорю, нет, я одна в семье. Понятно. Ну, вы также можете для себя приобрести эту сим-карту. Наш курьер с удовольствием вам ее подвезет. Я говорю, я сомневаюсь, что он сможет до меня доехать. Я говорю, я уже года два, как живу, типа, на Сахалине, а не в Санкт-Петербурге. Она такая, все понятно, курьер к вам подъехать не сможет. Тогда я извиняюсь и откланяюсь. Я говорю, хорошо, всего доброго, спасибо за звонок. Это забавно. Да-да-да. Вот, вот. Ну, вот это ладно, это вот это горит. А вот та... Где она горит? То я не понимаю. Может, там где-нибудь феечка под скалой? И она меня... Да-да-да. Как я поехал на Сахалин сим-карту подвозить? Да? Не, ну серьезно. Одну, ага. Очень интересно. Ну, не знаю, что-то как-то сомневаюсь. Ладно, сейчас. Сейчас я дуну. И все заработает.
Да-да. Ну ладно, это вот этот сундук. А Гёко? Ну и в небе я его тоже не вижу. Очень странно. Еще придется мне потом по интерактивной карте смотреть, где он там запрятан. Потому что я его, ну, вообще в глаза не вижу. Может, здесь какая-то загадка, где он должен появиться? Может, я здесь что-то не сделала? Вот эти вот... А если... Ну это гео. Кубики. Раз, два, три, четыре. Может, это четыре кубика гео нужно бахнуть? Так, сейчас, подожди. Подожди, подожди. Или нет? Нет. Не работает. Вот это горит. Так, а где вторая уже? Что, вторая уже все? Или это был сундук? Ой, непонятно. Загадки эти ваши. Угорело, сейчас уже не горит. Значит, это все-таки был сундук так далеко. Типа активировать устройство нужно было. Ну ладно, хорошо. Как будет так? Тогда. Здесь мы лазили. Нет, не лазили. Это у нас еще впереди. Тогда мы идем вот туда. Активировать ТП-ху. Домики. Ой, там еще один дружочек-пирожочек. И там сундук. Сердца. Приветики. Таки попал. Нос чешется. Да. Ай! А мне нельзя. Ой, прячемся. Ой, бегу, но что-то плохо бегу.
shock. Come a little closer. Let's dance. Что, застрял, что ли? Пам. Такой бах и упал. Сидел такой, сидел. Я тут такая пришла, размотала. Он устал. И лег полежать. Вот так всегда. Феечка, феечка, фея, феечка. Так, и что, я мимо пробежала? Так, вот здесь я ничего не пропустила. Вроде нет. А туда? Прям наверх? А, ну да, вижу. Ай, пустые ваши. Сундучок, сундучок. Так, 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 так. Теперь мне нужно на дерево за феечкой. Сейчас я упаду. Идёт, бычок качается, ага. Вот это про меня. Блин, и как я здесь должен залезть? Прыгну со скалы на феечку. А,
Ага. Я сейчас еще и не залезу, да? Будет минус Лиза. Ой. Страхуемся. Неплохо ты, феечка, забралась. Неплохо. Пойду с левой стороны. Попробую заберусь. Ой, там, кстати, тут есть пещерка. Пойдемте в пещерку. Ах, вот ты где, а я тебя искала. Я не успела пособирать их. Да вообще, загадка века была. На карте показано, что геокл есть. Но его не видно. А здесь что? Убейте врагов, понимаю. Ледяной и огненный. Давай сначала с огненным разберемся. Успела. Отлично. Просто прекрасно. Так, а вот теперь нужно как-то залезть еще наверх. Печка меня прям ждет, ждет, ждет. Ой, как это я тут? Ты деревья? Нет, куда? Стой, зачем? Как я тебе должен залезть? Барбара, не беси меня, пожалуйста. Феечка, я сейчас тебя заберу. Подожди.
Я уже близко. Взяла я и упала. Угу. Вот так тоже не залезешь, да? И наверх тоже. Вот часто, да? У тебя же должно получиться, правильно? Правильно. Неужели? Сундук внизу. Угу. Отлично. Прекрасно. Угу. Ага, а вот смотри, вот опять все равно горит там. Вот же почему оно там горит опять? Я же собрала геоку. Почему он там горит? Все-таки это был не он? Или что? Или я его не забрала? Так, либо я уже спать хочу. И не соображаю, что я не взяла его. Ну, вы видите, да? Я такая сюда залезла, такая посмотрела, что у нас здесь есть. И ушла. Я уже устала просто. Я сейчас буду заканчивать уже. Время как раз два. Ну, в общем, да. Спасибочки, что были со мной. Я пойду спать. Хорошего вам вечера. Дня. Прекрасного вам настроения. Такого же прекрасного, как у меня. Вот. Всех обнимаю, всех целую. Надеюсь, вам было не скучно. Спасибо вам большое за компанию. Всех люблю, всех обнимаю. Жамкаю, жамкаю, жамкаю. Жамкаю и потихоньку отползаю.
Как котик, такая лапками, такая. Сейчас, может, пойду что-нибудь еще покушаю. Вот. И завалюсь, включу ТНТ-ху и буду смотреть импровизацию. Да, мне тоже нужно готовить. Я все еще не сделала суп харчо. Курицу, значит, я сделала все. Я уже душ отвела. Вот, а суп харчо у меня еще в планах. А потом у меня в планах солянка из капусты с сосисками. Вот. Вкусняшечка. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Все, ББ, я уползла.